два, три, отрезай Гуглевуду руку, на тебя, как тебе такое, Салли Фейс? Вам это просто жесть, посмотрите, рука упала. О, господи, что это? Это что, рука Салли Фейс? Боже, Надя, ты это видишь? Чё творим, про меня зовут Сергей Орис, и просто сразу же бери подписаться на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Ведь при время Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Лучше в банде на ютубе, между прочим. И брось, сегодня я снимаю видео с Настей. А значит, сегодня будет очень необычное видео, потому что мы, банда, сделали кукловоду на Салли Фейс. И посмотрите, насколько оно похоже. После всего того, что было в прошлом видео, где Салли Фейс начал охотиться, он хотел меня убить. Это просто выносило мозги, банда. И я решил, что я должен покончить с этим, чтобы он больше никогда в жизни ко мне не приходил. А значит, банда, я должен сделать ему куклу Вуду. И так сильно его напугать, чтобы он больше не захотел даже мне звонить для того, чтобы приходить сюда. Окей, банда, только вдумайтесь, мы реально сделали куклу Вуду на Салли Фейс. Это же просто жесть, банда, в голове не укладывается. Вы посмотрите, насколько эта кукла Вуду похожа на Салли. Здесь даже есть глаз, а второго глаза нету. Потому что когда, банда, я снял маску Салли Фейс, я не видел второго глаза. Там был огромный шрам, и я не уверен, ли там был глаз. Возможно, его там не было, а может быть и был. Потому что из-за огромного шрама я не увидел того глаза. Но для начала, банда, мне нужно привязать эту куклу Вуду к Салли Фейс. Как вы понимаете, банда, эту куклу Вуду я сделал сам. А значит, она никак не может быть привязана к Салли Фейс. Именно поэтому, банда, нам нужно сначала как-то позвать к себе Салли Фейс, призвать его сюда, ко мне домой, снова, чтобы взять его волос и привязать к этой кукле. И после чего я смогу делать с этой куклой все, что захочу. Только чтобы лишь не убить Салли Фейс, а только лишь его, чтобы напугать. Я думаю, банда, вы со мной согласны, чтобы это сделать. А банда, знаете что? Давайте на этом видео наберем 10 тысяч лайков. Ведь банда для нас Суприм Банда. Это вообще ничего. Всего лишь какие-то 10 тысяч лайков. Вы, банда, знаете ваши силы. Знаете то, что у нас Суприм Банда самая лучшая банда на Ютубе. То мы сможем эти 10 тысяч лайков набрать всего лишь за 5 минут. Потому что Суприм Банда мы лучшая банда на Ютубе. А значит, нам нужно подтверждать свой статус. Потому что как у самой сильной банды на Ютубе может быть самое меньшее количество лайков. Именно поэтому будет допускаться ниже статуса царский лайк. Так что ж, банда, призываем Салли Фейс и привязываем к нему куклу Вуду. Погнали! Окей, банда, для того, чтобы позвать Салли Фейс ко мне домой, я должен ему позвонить и как-то его спровоцировать на то, чтобы он сюда телепортировался. Не знаю, ли у меня это получится, банда, снова, но я обязательно попытаюсь. Именно поэтому, банда, именно сейчас я набираю Салли Фейс. Окей, банда, на ваших глазах, смотрите, набираю Салли Фейс. Тебе лучше спрятать куклу, чтобы он ее не видел. Окей, звоним Салли Фейс. Странно, он почему-то не берет трубку, обычно он сразу же отвечал. Давайте ему, наверное, перезвоню, окей. Я снова набрал Салли Фейс. Ну же, давай, бери трубку, нам так это нужно именно сейчас. Смотрите, банда, он реально не берет трубку. Обычно он сразу же отвечал на видеозвонки или же сам мне звонил. Окей, что-то это очень странно. Ничего вообще не происходит. Окей, банда, похоже, он уже не возьмет трубку. Черт, план вышел из-под контроля. Салли Фейс к нам не приходит. Я даже не знаю, что сейчас делать, потому что я думал, что я ему позвоню. Он возьмет трубку, я на него как-то набыкую. А после еще он ко мне придет, а он почему-то даже не взял трубку. Черт, я не знаю, что мне делать, банда. Нужно его как-то так призвать. Окей, банда, я не знаю, почему Салли Фейс не брал от меня трубку, обычно он сразу же отвечал. А тут он почему-то даже не подумал взять трубку. Возможно, он обиделся из-за того, что я тогда снял из него маску. Но откуда он вообще знает, что я снимал на видео? Это все. Это просто очень странно, банда. Окей, тем не менее, у меня появилась немного другая идея. Я попробую так призвать Салли Фейс. Если он сам не идет ко мне, то я приду к нему. Ну, точнее, я его призову к себе в дом. Значит, смотрите, банда, я записываю на диктофон, как я его призываю. К примеру, Салли Фейс, приди, Салли Фейс, пожалуйста, приди, Салли, приди, Салли, приди, Салли, приди, если тебя не слабо. Или же ты боишься, Салли Фейс, приди. К примеру, вот так, дальше я все это сохраняю и включаю этот диктофон где-то в другой комнате. После чего, по идее, призраки, демоны должны приходить на этот зов. То есть Салли Фейс должен к нам прийти. Банда, я без понятия, ли это работает, я только слышал об этом. Но было не было, я хочу это сделать и проверить именно сейчас. Окей, банда, но все же я только что записал, как я призываю Салли Фейс. Как же это звучит, думаю, вам тоже интересно, итак. Это очень странно, банда, звучит. Окей, банда, есть немного изъяны, но я думаю, Салли Фейс хватит того, чтобы прийти на этот зов. Окей, банда, этот телефон с этой записи я положу в коридор. И если вдруг Салли Фейс и придет к этой записи, то он пришел не в мою комнату, где я буду сидеть, или где будет сидеть Настя. Он пришел просто в коридор, чтобы он нас не нашел. Окей, банда, а как бы узнаю, что Салли Фейс пришел, по всему дому стоят камеры. И Настя в этот момент будет сидеть в специально отведенной комнате и будет смотреть, ли Салли Фейс пришел. После чего по рации будет передавать мне данные, где сейчас Салли Фейс, что он делает, и когда он будет в коридоре. Настя мне скажет, чтобы я выходил и шел от отрывал волосы из головы Салли Фейс. Надеюсь, банда, у нас все получится. Сейчас я вам покажу, где же будет сидеть Настя. Как я вам раньше говорил, банда, она будет сидеть в туалете, то есть здесь. Так вот ее место, смотрите. Здесь она будет сидеть, ее будет снимать телефон, ее, да. И после она будет смотреть на ноутбуке камеры. Окей, банда, готова. Вот так вот будет сидеть Настя здесь. Ее будет снимать ее телефон и будет все видно. Надаю тебе рацию, чтобы ты мне все говорила. Окей, банда, а вторая рация у меня лежит в моей комнате. Именно поэтому, банда, я сейчас отправляюсь в свою комнату, где я буду сидеть. Так, закрываю Настю. Тебе лучше закрыться здесь.
Окей, а я отправляюсь в свою комнату, Банда, и я буду сидеть здесь в шкафу. Окей, Банда, я взял рацию и буду сейчас сидеться в шкаф, то есть я буду сидеть там. Надеюсь, это подействует, запускаю. Окей, Банда, это просто жесть, нужно быстрее прятаться, то сейчас придет Салифейс. Я, наверное, еще на всякий случай возьму ноутбук себе. Сюда его покладу вот так. Потому что, Банда, если вдруг ко мне придет Салифейс, то он призрак. Он может запросто перехватить все сигналы. Я просто не услышу, что мне говорит Настя, где сейчас находится Салифейс. Именно поэтому, Банда, я возьму тот ноутбук и буду следить сам за Салифейс, если вдруг пропадет связь с Настей. Надеюсь, Банда, у нас все получится. Окей, Банда, погнали, нужно быстрее прятаться, то сейчас придет Салифейс. Я слышала, Сережа включил запись. Значит, сейчас идет Салифейс. Я буду следить за камерами наблюдения. Алло, Настя, прием! Черт, Банда! Похоже, связь с Настей пропала, это просто жесть! Так, окей, Банда, нужно быстрее подключить самому ноутбук и следить, где же находится Салифейс. Потому что если пропал сигнал, то получается, что Салифейс уже где-то в доме. Или он и меня сейчас сюда телепортируется. Окей, Банда, все готово, я включил ноутбук. Настя, прием! Настя, прием! Блин, она реально потеряла, похоже, связь, она даже сейчас не догадывается, что я не на связи. Окей, Банда, надеюсь, она не выйдет с туалета, чтобы прийти сюда. А то если Салифейс уже здесь, то у нас будет огромная проблема, если Настя выйдет. Окей, Банда, сейчас на экране моя комната, там ничего нет, я ничего пока что не вижу, и хорошо. Окей, я сейчас в том шкафу, если вы не заметили. Так, кухня, на кухне тоже все хорошо происходит. Окей, надеюсь, Салифейс реально телепортнется к нам, а то если его здесь не будет, у нас будут огромные проблемы. Поэтому если Салифейс придет на этот зон, который мы сегодня сделали, это будет просто нечто. Окей, и нужно еще тише говорить, а то иначе Салифейс услышит, что я здесь. Так, коридор. В коридоре пока что ничего не вижу, окей. Фу, очень волнительно, Банда, очень волнительно, потому что ничего не вижу, пока что ничего не происходит. Если сейчас что-то будет, это просто жесть, это просто взрыв, Банда. Фу, окей. Черт! Вы видели? Салифейс прямо сейчас в коридоре, там. Тише разговаривать, Банда. О, черт. Прием, прием, Настя, Салифейс у нас. Блин, она меня не слышит. Просто жесть. Сейчас прям в доме где-то Салифейс. Это просто жесть. У меня всю историю клопится в голове. Ничего здесь нигде нету. Черт. Господи, вы это видели? Это же был он. Я просто в шоке. Фух, это просто жесть, Банда. У меня все еще не укладывается в голове, что где-то сейчас здесь Салифейс. Так, в коридоре его уже не видно, Банда. Блин. О, черт. В моей комнате он сейчас здесь. Что он вообще делает? Он клюнул, Банда, он уже в коридоре. Блин, нужно быстрее идти. Окей, Суприм, Банда, погнали. Окей, Суприм, Банда, тихо. Так, где ты там сейчас, Салифейс? О, черт, эй, Сали. Черт. Нет, Сали, в этом все равно нет смысла. Уходи, я тебя сюда даже уже не пущу. О, господи, Банда, ты просто жесть, какой же он сильный. Фух, черт. Окей, Банда, это просто жесть. Посмотрите, что это? Сали? В прошлый раз его здесь нету. Эй, Салли! О, черт, Банда, окей, у нас, похоже, получилось. Вы не поверите, но у меня есть волос Салифейс. Окей, Банда, это просто жесть. Я взял волос Салифейс, самого настоящего Салифейс. У меня есть его волос. Окей, Банда, когда я вырвал этот волос, он бежал за мной просто по всему дому. Я просто спрятался в своей комнате, и он ушел. После чего я проверил все комнаты в доме, его нигде не было. Тем не менее, нам нужно привязать куклу Вуду к Салифейс. Где-то сюда я вот так вот засуну ему волос. Окей, Банда, мы все сделали. Мы засунули сюда волос Салифейс. Окей. Кукла Вуду к Салифейс. Кукла Вуду к Салифейс. Кукла Вуду к Салифейс. Окей, Банда, готова. Надеюсь, после этого кукла Вуду будет привязана к Салифейс. Пришло время проводить наш опыт над куклой Салифейс. О, черт, Банда, это звонит Салифейс. Черт, Салифишер мне позвонил сам. Окей, Банда, счет 3, я беру трубку. Раз, два, три. О, черт, Банда, это Салифейс. Сали, что тебе от нас нужно? Мы разве сюда с тобой покончим? Надеюсь, тебе будет достаточно того, что мы сегодня с тобой сделаем. Потому что после сегодняшнего, я думаю, ты больше никогда в жизни к нам не придешь, Салифейс. Зачем тебе мой волос? Чтобы сделать тебе куклу Вуду, Салифейс. Это конец. Это будет раз навсегда, мы навсегда с тобой покончим. Ты больше никогда к нам не будешь приходить после сегодняшнего, после того, что сегодня с тобой будет. Какая еще кукла Вуду? Кукла Вуду, которой мы можем управлять.
заснять с тобой, Салли Фейс. Мы будем делать все, что нам заходить с тобой, чтобы ты больше никогда в жизни к нам не пришел. Надеюсь, ты после этого остопенись, больше не будешь там приходить. Господи, пада, посмотрите, он реально зол. Черт запримат, ты жесть. Я убью тебя. Нет, Салли, после того, что сегодня с тобой сделают, ты даже не сможешь ко мне прийти. Тебе просто не будет хотеться, потому что это очень опасно. Окей, пан, это просто жесть. Мы реально звонили Салли Фейс. Я не знаю, что будет, посмотрите, какой он зол. Это просто жесть, гляньте. Он реально злится. Что он сейчас мне скажет? Посмотрите. Эй, Салли Фейс. Окей, Настя, ты готова? Насчет три укалывай куклу Вуду, господи, банд, это просто жесть. Фух, раз, два, три. Вот так у тебя, Салли Фейс, ну что, нравится? Выкинь куклу, ни за что, Салли Фейс. Это конец, раз и навсегда. Ты больше никогда в жизни к нам не придешь после того, что мы сегодня с тобой делаем. Просто это жесть, банда, посмотрите, он уже реально злится. Я вернусь здесь, ни за что, ты больше сюда не вернешься. Настя, ты готова? Отрезай куклу Вуду руку. Насчет три, раз, два, три. Отрезай куклу Вуду руку, на тебя, как тебе такое, Салли Фейс? Банда, это просто жесть, посмотрите, рука упала. Ну что, Салли Фейс, ты получил свое? Я вернусь. Да нет, ты больше сюда не вернешься, Салли Фейс. И убью тебя. Нет, банда, это конец, Салли Фейс, больше никогда в жизни к нам не придет. Просто скипай звонок, Салли Фейс, наконец. Он просто отключился. Это просто жесть, банда. У нас получилось. Мы реально бы смогли отрезать руку кукле Вуд. Просто жесть. Я не знаю, что будет дальше, к нам еще придет Салли Фейс, но надеюсь, это конец, раз и навсегда. Ты слышала? Да. Там как будто кто-то был. Просто жесть. Окей, господи, хоть бы это был не Салли Фейс. А здесь кто-нибудь есть? Эй, Салли? Это ты? Господи, банда, это просто жесть. О, господи, что это? Это что, рука Салли Фейс? Боже, Настя, ты это видишь? Да, ужас. Капец, банда, это просто жесть. Посмотрите, это же самая настоящая рука Салли Фейс. О, господи, Настя, ты это видела? Да, я видела. Это просто жесть, банда. Окей, банда, это реально было жестко. Получается, что когда мы отрезали руку Салли Фейс, то он был у меня дома. Потому что мы только что видели ту самую руку Салли Фейс, которая была отрезана. Это просто жесть, банда, у меня все еще не укладывается в голове. Окей, банда, надеюсь, мне на это видео набрать 10 тысяч лайков. Поэтому, банда, если ты хочешь быть моей суприм банде, в лучшей банде на ютубе. Ведь в это время суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Эй, как вижу, про тебя уже не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей суприм банде. В лучшей банде на ютубе, между прочим. Эй, бро, вот, комменты с прошлого видео, господи, какие они шикарные, просто идеальнейшие комментарии. Если бы я мог, я бы обнял все эти комментарии. Окей, буду просто обнимаю все ваши комментарии. Если вдруг ты не хочешь посмотреть следующее видео, то сегодня чтобы нажать на колокольчик и задать свои комментарии. Все про следующее видео. Вот так вот просто ко мне видео, лайк, лайк, комментируй в следующем видео. Так чтобы не там опускайся ниже, отправляй свой комментарий. И тебя увидит просто вся суприм банда. Как видишь, других же ребят увидела вся суприм банда и тебя увидит. Эй, бро, тоже смотри в инстаграме, ВК, где вы просто выходят шикарнейшие фотографии. Эй, бро, знаешь что? Оставайся такими шикарными. Пока!